Хочешь, не хочешь? Давай. Какой жирный папа? Ну, кормим-то. Кормим-то хорошо. Цепляемся. Не цепляйся за нее. Так, ну-ка, давай-ка. Ой, что ты сделал со своей повязкой? Так, вот так. Что ты сделал со своей повязкой? Объясни мне. Куда ты же я старалась? Ой, что ж, даже ночью ее описывал. А да ладно. Да ладно, конечно. Ой, ну ладно, прям уж не ругайся так. Маленьким ругаться запрещено вообще. Как мне нравится, посмотри, что. Практически ничего не осталось. Пару дней, пожалуйста. Тихо. Не делай, слушай. Так, я могу звонить. Да. Ну-ка. Да ладно, ой, не ругайся. Это все хорошо. Это все будет хорошо в этой жизни. Растется как-то, вот вообще замечательно. Впрочем, уже вторую неделю получается. Хорошо? Да ладно тебе. Тихо. Да. Ты его сначала... Давай. Меньше ветки пописывай. Да. Хотя я бы не была в этом так уверена. Ой, он талантливый вообще парень. Конечно. Сначала выздоровеешь, потом нас и съешь. У нас это так работает. По-другому не получается. А потом они передумывают. Какие перчатки большие. Неудобно. Так, знаешь, что, друг мой? Я хочу тебя убрать. Подожди. Так, давай, не ругайся. Ничего не вижу. Слепая петеря. Без очков. Да что ты функционируешь ею, она еще не срослась. А уже работает, как настоящая. Да ладно. Еще один шовчик. Тихо. Ну зачем эти швы? Ну все срослось уже, да? На 100 рядов. Вот, как будто ничего нет. Что называется, как на собаке. Ну да. Смотри, ногой дергает, как будто уже срослось. Подожди еще, у тебя кости срастают. Все? Все?